Да, приветствую, друзья и гости канала. Всем огромный привет. Почему-то микрофон у меня сейчас задержка там в 2-3 секунды. Ну что, многим из вас хочется квартиру купить. И многие из вас, как мой брат, смотрел варианты в старом фонде, вторичное жилье. И, конечно, он просто плакал. Просто плакал. Ну как так-то переехать в Сочи и жить в таком днище? Кстати, у меня сейчас мой знакомый хороший, мы с ним были в бане, тоже снял квартиру на бытхе, говорит, в старом фонде. Макс, это просто жесть. Как будто, говорит, с Орска, говорит, с подъезда выходишь. Это просто жесть. Ну, бывает такое, пока у него домик достраивается. В общем, у него там свои моменты получились. Так вот, ребят, так вот. Поэтому многие из вас начинают смотреть варианты новостройки. Но при этом никто не хочет заморачиваться с ремонтом, потому что вот ремонт, вот то, вот все и так далее. И что у нас по факту получается? По факту, конечно же, многие из вас выбирают покупку квартиры в новостройке, но с ремонтом, с хорошим, нормальным, современным. Итак, мы с вами находимся в жилом комплексе «Босфор», 5-й этаж. Соответственно, здесь мы на входе видим у нас шкаф. Квартира, кстати, жилая, люди живут. Ну, хотят переехать, добавить немножко денег, хотят переехать в остров мечты. Потому что, говорит, во-первых, говорит, там живет Максим Коломейцев. А во-вторых, работа все равно. И мы, говорит, постоянно, говорит, двигаемся в центр Сочи. Все, поэтому решили купить жилой комплекс себе остров мечты. Говорит, Макс, ты, говорит, нас убедил, что все хорошо. Деньги на добавку есть. Поэтому, потому что, смотрите, вот, например, эта квартира 37 квадратных метров. Такая квартира в жилом комплексе «Остров мечты» обойдется вам минимум в 14 миллионов рублей. А вот здесь, например, да, в Дагомысе, также объект, который построен по федеральному закону 214, все хорошо, все прекрасно. Даманный, как бы, дом, он немножко подешевле. Хотя тоже ровненькая поверхность, до моря близко здесь, школа тут же под рукой. В общем, все здесь хорошо, вроде все прекрасно. И... Например, вот эту квартиру вы можете купить за 10,5 миллионов рублей. А вот, например, аналогичную квартиру в «Остров мечты» вам придется купить за 14 миллионов рублей. Поэтому, конечно же, еще раз повторюсь, 3,5 миллиона рублей на дороге не валяется. И если нет возможности, то, конечно же, есть вариант вот как бы так. Вот, кстати, видите, здесь даже рыбку у нас пытаются ловить. Прикольно. Слушайте, может, тоже на рыбалку сходить? Здесь есть паркинг. Очень много, вы видите, свободных парковочных мест. И от этого тоже никуда не деться. Ой, сейчас, секундочку, кто мне там названивает? Не хочу. Кто-то мне там названивает, тем более с местного номера. И здесь не видно немножко церковь. Ну и, соответственно, здесь у нас тоже мы видим с вами, что до моря спокойно люди идут вдоль набережной. Теперь давайте все-таки посмотрим. Да? Кстати, в квартире тепло. Еще в прошлом году здесь тепла не было. Теперь здесь тепло есть. И все, в принципе, хорошо тут и комфортно. Теперь, что касается ценника. Ну, ребят, попробуйте взять дешевле. Вот здесь, например, вот цена в данном жилом комплексе 350 квадратных метров вам обойдется минимум... Ой, извиняюсь. Квадратный метр обойдется минимум 350 тысяч рублей. Здесь же, учитывая, что ремонт, техника, мебель, в принципе, цена такая же. По сути, ремонт вам дается в подарок. Вот как бы так. Поэтому... Я считаю, что квартира этих денег стоит. Конечно, хотелось бы такую квартиру купить дешевле. Но, ребят, надо было покупать в стройке в 2016 году. Сейчас на данном этапе мы продаем эту квартиру. Ее можно купить в том числе и в ипотеку. Квартира, кстати, такая уютненькая, хорошенькая. И если, например, у вас ребенок занимается английским языком, если, например, он учится у вас в гимназии, вы можете беспроблемно здесь купить, и будет комфортно. Кстати, такие квартиры вроде бы как бы не пользовались спросом, потому что, видите, такая как трицепивидная. А с другой стороны, посмотрите, да? Прекрасно встала кровать полноценная, потому что я тоже на диване спать не люблю. И за счет того, что это трицепивидная, у нас получилось нормально встал у нас кухонный гарнитур, и обеденная зона тоже разместилась. В общем, такая планировка студии получилась действительно потрясающая. Ну, я считаю, очень круто. Ну, реально, очень-очень-очень круто. Поэтому, ребят, если вдруг у вас есть огромнейшее желание приобрести хорошую квартиру в безопасном доме. Да, кстати, такую же квартиру, только 33 квадратных метра, да, если брать в Сочи, вы можете купить за 14 миллионов рублей, но там будет ближе море, понимаете?
Поэтому, если у вас нет 14 миллионов рублей на жилой комплекс «Остров мечты», если у вас нет 14 миллионов рублей на жилой комплекс «Посейдон», но если вы хотите в пределах там, 10 миллионов рублей, плюс-минус там 500 тысяч, купить себе что-то хорошее и безопасное, тем более все-таки здесь 37 квадратных метров, я думаю, это удачный вариант именно для вас. Вот как бы так. Все. Больше ничего не буду говорить. Все здесь, все лишние слова как бы нет смысла употреблять, потому что все знают, что это хороший жилой комплекс, хорошее расположение, ровная поверхность, школы, детские сады, музыкальная школа, магазины, парковка. Все здесь имеется. Все здесь имеется, поэтому просто можно купить, заехать, ребят, и жить. Я считаю, хороший вариант. Вот я смотрел фотографии, на фотографии, когда мне не очень понравилось. А зашел вживую, блин, ну реально круто, ну классно. Как бы в этом бюджете, ну, кстати, вот за эти же деньги можно купить квартиру на транспортной. Да, но там не будет рядышком школы, не будет детского садика. Площадь будет плюс-минус такая же, там за 10 миллионов вот, я продаю квартиру теще. Ну, все сейчас примерно, да, вот если вам нужна какая-то студия, да, хорошая, безопасная, все будет примерно около 10 миллионов рублей безопасная. Если, конечно же, рассматривать дом, который там без 5 минут могут снести, можно купить миллионов за 7, за 8. А так, в принципе, безопасное жилье в Сочи, студии начинается от 10 миллионов рублей. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего всем настроения, вам больше позитива. Всем добра и пока.